домашнего производства, с хлорелла. Вот мне хватило небольшой бутылочки, чтобы размножить, вырастить вот такой объем. Значит, это моей собственной селекции хлорелла. Я ее пытался вырастить целое лето. Наконец-то эксперименты удались, увенчался успехом. Для этого нужно было подобрать питательную среду. Она казалась довольно простой. Ну и сбалансировать ее, чтобы... Потому что лишнее питание приводит к тому, что она погибает. Штамм этот получается природней, он не стерильный, в симбиозе, его легко размножать. Это живая суспензия. Сейчас я это покажу. Сейчас вот пойдут пузырьки кислорода. Я думаю, будет видно. Я ее уже сболтал. Она планктонная, не садится на... Она не оседает на дно. Имеет массу применений. И, в общем, каждый может ее выращивать у себя дома. Можно обрабатывать виноград, помидоры. Можно делать кремы, маски. Для волос, волосы там всякие. Вот видно, кислород пошел. Микропузырьки. Они постепенно, они очень мелкие, поэтому постепенно поднимаются. Но этого я никак не могу достичь никаким способом, если бы захотел. Вот она, такая хлорелла. Можно выращивать в любых объемах. Для аквариумов, прудов, для очистки. Ну, применение масса. Вся проблема в том, что промышленные стерильные штаммы очень трудно, они не размножаются. Можно только получить живую суспензию, которая через время выпадет в споры на дно и осветлеет. Планктонная хлорелла – это очень ценный продукт. Вот она не падает на дно, не налипает, не слипается там в блин. Как раз то, что надо. Самое большое. Суспензию живую. Ближе. Вот так она выглядит. Так, сейчас я закрою. Вот, показываю дно. Ничего не налипает. Все светленькое. Обычно, если хлорелла не планктонная, она прилипает. Вот так обычным, без всяких стерильных, не соблюдая стерильность, даже водичка, просто из крана. Конечно, лучше ее подготовить. Ну, работает и так. Главное, что питательная среда для хлорелла довольно, ну, в общем, она дешевая, простая, доступная для всех. Ну, она практически без запаха, водоросли. Вода очищенная хлореллой. Вот этой баночки хватит, чтобы вырастить за несколько дней такой объем.
Ну вот это, в общем-то, мой сорт помидор. Я так провожу немножко селекцию для себя. Это кустовой помидор. Есть и высокорослые. Но главное то, что водоросли помогают в урожайности. Тут уже пару килограммчиков будет. Томат абсолютно здоровый, ничего не болеет. Прекрасная подкормка. Здесь высокорослые черри. И, в общем, никаких болячек нету.